И мы продолжаем тему в студии. Сегодня у нас гость, я вам представляю, Дмитрий Николаевич Торопцев, директор МУП «Чистый город». Добрый вечер. Да, добрый вечер. Дмитрий Николаевич, ну вот на форуме один из главных вопросов – это переполненные контейнеры. С чем все-таки связана такая ситуация? Все, кто имеет дачу, они, в принципе, едут, если они никуда не улетели на праздники или куда-то их там не позвали гости, они по-любому едут к себе на дачу открывать дачные участки свои, да, открывать дачный сезон. Это получается, что они берут ветки, там, клубнику, которую прикрывали, там, какие-то палки, которые заколачивали, может быть, что-то там. Может быть, какой-то принесли новый диван, а решили старый выкинуть там, да. В этот период все дачники идут и, грубо говоря, открывают свои дачи и выбрасывают весь мусор. Май месяц, получается, он для нас самый получился тяжелый, и везде навал, и везде... Мы вот эксплуатируем порядка 40 единиц техники, но в такой период имеем мы даже 80 единиц техники. Все равно подготовиться невозможно? Невозможно. При открытии своего дачного сезона каждый дачник, каждый СНТшник выносит около 2 кубов мусора. До около 2-3 кубов мусора. Угу. Это все, что осталось зимы под ветки, там, может быть, какие-то листва собирают, еще там что-то, кирпич, я говорю. Может быть, что-то, какой-то сервант они решили новый привезти там из дома, и старый им надо выкинуть, потому что он уже мешает. И поэтому все несут на контейнерной площадке. Дмитрий Николаевич, но все-таки ситуация когда стабилизируется, когда сможете вывести все это? Я вот как бы вот даже на сегодня на планерке, Алене Дмитриевне, говорю, что, ну, скорее всего, вот, может быть, еще неделька вот мы эту промучаемся. Нудуль убрали, решетник убрали, спазаук убрали, ямугу убрали, Высоковск вычистили, очень много Высоковск вычистили тоже. Есть проблема по еще не заключенным договорам с СНТ. Да? Кстати, какая ситуация? Сколько процентов у нас уже с договорами? Ну, вот смотрите, на прошлый год у нас статистика была порядка 250 СНТ договоров были заключены. В этом году, на сегодняшний день, уже первый месяц как бы прошел уже начало дачного сезона, а на сегодняшний день заключенных договоров около 200. Дмитрий Николаевич, ну вот у кого еще нет договора, вот у нас есть материалы, да, вы нам предоставили список. Самое большое, конечно, количество это в Нудале, очень много СНТ не заключивших договоров. Есть по деревне Покровка, там порядка 42 СНТ, и из них 10 до сих пор не пришли в сегодняшний день, не заключили договора. Председатель СНТ приходит, к примеру, у него зарегистрировано участков на территории 200. Он приходит, заключает договор на 35. А почему так происходит? Почему 35? Он говорит, что у него там, типа, людей нету, не приезжают. Ну, мы что делаем? В принципе, у нас есть человек, он выезжает на место, смотрит, да, такое есть, либо нету. То есть заключают на 35, а по факту мусор, там все 200. Да, а мусор образуется гораздо больше. Сколько вам сейчас нужно человек? Какого рабочего персонала? Водители нам нужны, водители категории С. Ну, минимум человек 10 мы сейчас готовы с радостью принять. Хоть завтра готовы принять. Ну, конечно, придут, отстажируются, покатаются сначала на машине, посмотрят. Специфическая работа, ничего не могу сказать, да, с мусором, потому что и жителями там, да, очень много там, ну, где-то приезжает, контейнер берет, посылают, ругаются. Везде есть там свои нюансы. Да, есть свои нюансы в данной работе и есть свои проблемы. Немногие хотят, но... Ну, кто заинтересуется, могут к вам обращаться. Кто заинтересуется, милости ждем, с удовольствием примем, все как бы оформим, отстажируем. Научим, предоставим выслушаем, работу. Что чем надо, поможем, все, что надо, сделаем.